Лена! Лена! Что с тобой? Лен, потерпи, я сейчас скорую вызову. Нет. Не надо, не надо, Люсик. Как не надо? Мне уже легче. Так, осторожно. Давай. Это я их знаю. Они мне сразу в больницу положат. А я там умру. Аккуратно. Ты таблетки пила? Да. Я не понимаю. Ты лекарства пьешь, режим соблюдаешь. В чем дело? Это нервы, Лешечек. Что тут непонятно? Я постоянно нахожусь в состоянии стресса. Я боюсь тебя потерять. Ты со мной не бываешь. Избегаешь меня. Я для тебя чужая. Лен, ну что ты говоришь такое? Я не избегаю тебя. У меня много работы, как всегда было. И ты мне не чужой человек. Правда? Правда. Тогда давай поженимся. Это невозможно. Почему? Потому что ты таскаешься с этой дурой Милой, да? Лен, не надо так. Я же вижу, как ты на нее смотришь. У тебя же слюни текут. Стелишься перед ней. Костюмчики новые покупаешь, да? Я вижу тебя уже гораздо лучше. Да проваливай. Можешь вообще ко мне не заходить. Прости меня, пожалуйста. Ну, прости. Я не хотела. Это просто болезнь. Честно. Все нормально. Если хочешь, пусть все остается как есть. Пусть все так и остается. Только не прогоняй, пожалуйста. Тебя никто не прогоняет. Все хорошо. Выздоравливай. Правда? Правда. Ты тогда поклянись мне, что это новенькое с работы, тебе безразлично. Лен, я очень тебя прошу, хватит на сегодня спектаклей. Уже поздно, надо спать. Поклянись. Не буду я ни в чем клясться. Все! Закончили на этом. Не поклялся. Не поклялся.